И вот как ваше мнение, Владимир Владимирович, какой результат должны показать наша сборная и как выступить на предстоящем домашнем чемпионате мира? Валерий, я хотел от вас это услышать. А вы так ловко мне мячик перекинули на мою сторону. А я вам могу честно сказать... Да ебальники свои закройте! Вы что делаете? Козлы вонючие, блядь! Какие суки ебаные, блядь! Это, блядь! Гандон!